Сегодня у нас 2 апреля 2018 года, уже после 9 часов вечера. Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя Татьяна Мактум Сайфуддин. Я вот в моем мейлинге. И хочу рассказать, что в моей книге «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания» я приводила такие примеры лично обо мне. В частности, о том, как я сдавала... как мне удалось сдать на водительские права в США. В общем, у меня были здесь российские права, но там я получала американские права. И в своей книге я писала, что я применила метод позитивного мышления, то есть я представляла, что у меня уже есть, у меня эти права уже есть. Так что вот. Там, господа гаишники американские, они должны, наверное, меня запомнить, потому что я около этой машины, где надо было определять, ну, из трех там выбрать правильный ответ. Я около этой машины стояла очень долго, потому что там был такой вопрос. Нельзя было ошибиться, надо было ответить на него правильно, иначе бы все, я бы не сдала, наверное, экзамен, а так... С первого раза я сдала на права и получила американские права на вождение машины. Вот. А также я уже вождение сдавала на Мерседесе, который по-ридански для меня купил.